Всем привет! Вы на канале Гугу Шоу, и это рубрика «Рыболовные новости». Погнали! И первой новостью мы начнем с поучительной истории. Группа новосибирских рыбаков, находящаяся в алкогольном опьянении, ну, это же рыбалка, утопили очередную машину. Что из этого следует? Нельзя никогда бухать на льду. Погоди, ну чуть-чуть можно? Чуть-чуть. Но если чуть-чуть, и аккуратно, и не за рулем. Самая главная суть, что лед еще недостаточно прочный, поэтому лучше перебдеть, чем недобдеть. А теперь перейдем ко второй новости. В Саратовской области рыбаки поймали рыбу-мутанта. И самое интересное, что эта рыба похожа на сома и судака. Ну, об этом говорят фотографии и слова очевидцев. И самое интересное, это мутанты или это все-таки любовь? Напишите, что вы думаете. И переходим к третьей новости. Рыбаки начали заменять покупной прикорм для рыб на корм для собак. Блин, мы там пряники на рыбалках терли, а оказывается все достаточно, все проще. Ведь по факту, мое мнение такое, что если посмотреть составы рыболовных кормов, кормов для собак, они очень-очень похожи. И там есть белки, и там есть костная мука, и там есть кукуруза, и там есть клейковина. В принципе, это, на мой взгляд, на самом деле полноценный корм для мирной белой рыбы. Только один вопрос. Собаки у нас как рыбы или рыбы у нас как собаки? Если что, ребят, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Напоследок, время слухов. Все чаще и чаще нас стали пугать о том, что нам, простым рыбакам, придется скоро покупать рыбацкий билет. А это дополнительные расходы, бюрократия, и вообще мы живем в России, и это будет полная жопа. Мы надеемся, что все-таки это просто слухи, но все чаще и чаще проскакивает в интернете больше и больше информации. Но мы все-таки надеемся, что это просто хайп. На этом наш первый выпуск подходит к концу. Мы будем и дальше освещать новости, поэтому все активно подключаемся, пишем комменты и подписываемся на наш канал. Мы любим вас. Все, пока!